последние дни вокруг известного шоумена и журналиста Атара Кушанашвили царит настоящая смута. Сначала сообщили о развитии опасного перитонита, а затем опровергли эту информацию. То он находится в реанимации, то переведен в отдельную палату. И вот появилась ясность. Стало известно, что Атар Кушанашвили действительно перенес сложную операцию на кишечнике из-за непроходимости. Эту информацию подтвердили его близкие. После восстановления ему, вероятно, предстоит еще одно хирургическое вмешательство и посещение онкологического центра на Каширке. На данный момент Атар Кушанашвили продолжает оставаться в Красногорском медицинском центре, где его окружают заботой и профессионализмом. Со слов его друга и продюсера Табриза Шахиди, он находится в сознании, разговаривает и постепенно поправляется. Восстановление идет хорошо, и Атар с нетерпением ждет возможности вернуться домой. Родные и близкие Атара Кушанашвили бережно относятся к его состоянию, посещают его ежедневно и поддерживают. Они строго настаивают на том, что журналисту следовало заботиться о своем здоровье и не откладывать визит к врачу. Но сейчас главное – помочь ему побороть недуг и вернуться к полноценной жизни. Ранее сообщалось, что скандальный журналист Атар Кушанашвили попал в реанимацию и приходит в себя после экстренной операции.